Sancti Christofori Sancti Reparebus Sancti Christofori Sancti Reparebus Sancti Christofori Sancti Reparebus 22 мая, 9 мая по старому стилю, некоторые христиане отмечают День памяти святого Христофора. Старообрядцы иногда желают заказать себе в церковной лавке его иконы, причем где лик изображен собачьей головой. Иконы святого Христофора такого рода существовали в старину. Например, в Ризнице Покровского кафедрального собора Рогорской Слободы хранится удивительная икона и вот старообрядцы хотят заказать себе нечто подобное. На что обычно получают ответ? Лик не канонический, запрещен Святейшим Синодом в XVIII веке. Старообрядцы возражают. Вот же, собор 1971 года отменил запрет и вообще со старообрядцев анафиму снял. Однако в лавке, ссылаясь на начальство, продолжают предлагать образ святого с головой человеческой, а не звериной, именуя последнюю кощунством. Более того, на многих старинных фресках, где изображен этот святой, можно заметить следы правки. Человеческую голову нарисовали поверх прежней, похожей на собачью. Что за чудеса такие? Кто таков святой Христофор? Очевидно, что ответ даст церковная книга – Житие этого святого мученика. А какое? В сети распространено довольно искаженное представление о том, что восточная традиция показывает святого Христофора писиголовцем, а западная просто человеком огромного роста. Упрощают: у католиков это великан, а у православных писиголовец дело обстоит несколько иначе. С некоторых пор образ писиголовца Христофора стал вытесняться в обеих ветвях церкви образом просто великана, который переносит через реку ребенка Христа. Таковые иконы и картины видим в обеих традициях. Если вы начнете изучать жития святого Христофора, то увидите, что сюжет о перенесении Христа через реку – это лишь часть большого жития Христофора, в том его варианте, что описан в основополагающем для католического мира сборнике житий святых под названием «Легенда Аурея» или «Золотая легенда», составленном Якобом Ворогинским в XIII веке. Сборник появился сначала, конечно, в рукописном виде, а до печати дошел только несколько веков спустя. Сохранилось более тысячи одних только рукописных его копий, что свидетельствует о небывалой популярности второй после Библии книги на Западе. В «Золотой легенде» время действия в житии относится к правлению некоего короля Дагнуса, а место действия – Ликия, Святой Христофор назван по происхождению ханаанином, либо выходцем из земли ханаанской, Палестины. Однако об его песе и голове ничего не сказано. Упомянут, впрочем, рост 12 локтей, а это около 5 метров. Если вы заглянете в англоязычную Википедию, то обнаружите, что там рост хитренько уменьшен до 5 локтей и дан перевод в метры. 2,3 метра, какая успокаивающая Википедия, видите, как бы говорит, нет никаких чудес. Согласно золотой легенде, имя будущего святого поначалу до крещения было репробус И вот этот великан отправился искать себе властелина, самого могучего в мире, пока не понял, что таковым является только Христос. Став христианином, Репробус принял имя Христофор, что в переводе значит «несущий Христа». В целом, помимо того, что житие из «Золотой легенды» не упоминает писиголовью природу святого, и включение в сюжет сцены с перенесением ребенка, который оказался Христом через реку, этот вариант жития сходен с другими вариантами, более распространенными поначалу где Христофор – писиголовец. Вероятно, на каком-то этапе духовенство стал казаться слишком фантастическим образ писиголовца Христофора, и началась цензура житий. Природа святого умалчивалась. Подобная собачьей голова заменялась в описаниях просто страшным лицом, а на фресках перерисовывалась из собачьей в человеческую. Это опасный путь, ведь отрицая чудесное духовенство может в конце концов дойти до отрицания самих основ веры. Благо существует множество славянских, латинских, греческих, староанглийских, ирландских житий святого Христофора, где он именно писиголовец. Хорошо, где же почитать славянское житие Христофора? В сети вы легко найдете уйму его пересказов, однако не подлинник на старославянском. Наиболее древние известные мне житие Христофора содержатся в так называемом Успенском сборнике, который датирует XII или XIII веками нашей эры написанное мастерски, с диалогами, житие совершенно непригодно для чтения вслух на ютубе, ибо велико объемом и вряд ли воспримется зрителями на старославянском языке того времени. Этот вариант жития в чем-то более подробен, нежели другие, и, пожалуй, доносит произношение имен собственных, как оно бытовало в то время. Так упомянуто имя римского императора, при котором происходили события. Декий. Сейчас принято говорить деций. Это к давнему спору о том, как же носители латыни произносили букву С, как К «ка» или как С. Цицерон или Кикерон. В Петербурге латынь преподавали, читая К, в Москве читая С, что породило шуточный диалог. Петербуржец. Ну что, все цакаете, москвич, а вы все какаете? В черновике Евгения Онегина Пушкин, перечисляя любимые книги своего героя, пишет «Гораций», «Кикерон», «Лукреций», что же, полагаю, и живший в 12 веке составитель славянского жития Христофора лучше знал, как произносить имена императоров относительно близких к нему по времени. Далее я буду использовать «декей», а не «децей». А в греческих источниках его называют «дехион». Ученые сопоставляют Декия с Декием Трояном, Однако считают, что он правил около года, не более двух. А по житиям Христофора события начинают разворачиваться на второй год правления Декия и казнят святого Песеголовца на четвертом году. Поэтому или ошибаются ученые относительно времени правления Декия, или ошибаются жития, или речь идет о совсем другом Декии, не Трояне. Также из Успенского сборника мы узнаем исходное имя, которое носил песиголовец до своего крещения. Имя это написано в летописи как «репрев», но, вероятно, читается с «э» – «репрев». В греческих источниках оно пишется как «репревос», в латинских «репребус». У греков ведь, например, не Иван, а Иванус, не Петр, а Петрос. Греки добавляют к имени «ус» или «ос». В русском переводе это дополнение отбрасывается до корня. Это, кстати, касается и латыни. В подлиннике «титус», а наши пишут «тит». Житие говорит о Арапреве, что «бяши же муж той мудр зела», что был муж тот зела мудрым, а также «бебо муж с родом от пси глав, от земля человекоядец». Был же муж, Репрев, то бишь, вместе со своим родом, писиголовцем из земли человекоедов. Описание внешности его в житии таково. Глава его якопесия, а власти его привелицы простерты. Очи же его, аки звезда утренняя, и зубы его изумлять, аки вепрюдиви ему. Проходит несколько веков монастыри переписывают друг для друга духовные книги, обмениваются ими. Одним из важнейших рукописных сборников был пролог или синаксарь. Это собрание житий святых и различных поучений, разложенное по дням поминовений святых. Прологом его стали называть потому, что давние переводчики на старославянский язык Увидев на первой странице греческое слово «прологос», предварительная речь, предисловие, решили, что это название всей книги. Самая давняя рукопись пролога, которая нам известна, относится к XII веку. Житие святого Христофора, помещенное в прологе, имеет в доступных мне списках более современный язык, нежели в Успенском сборнике. Содержание пролога менялось от списка к списку, а с началом печатной эры и от издания к изданию, первое из которых вышло в 1641 году. Другой многотомный духовный сборник, получивший широкое хождение по Руси, называется Великие, то есть Большие Чети Минеи или Чтение на протяжении месяцев. Основу их составления положил в середине XVI века Макарий, в то время архиепископ Новгородский, а впоследствии митрополит Московский и всея Руси. В великие чети Минеи вошли жития святых, поучения, Библия с толкованиями и многое другое. Макарий выступал в роли главного редактора и заведовал большим штатом книжников, переводчиков, писцов и художников. Итогом их более чем десятилетней работы явились около 30 тысяч страниц с иллюстрациями. Под руководством Макария было создано несколько списков этой 12-томной по числу месяцев в году книги. Один список Макарий передал в Новгородский Софиевский собор, второй в Московский Успенский, третий подарил Ивану Грозному, четвертый находился в Чудовом монастыре. Не знаю, есть ли в великих четях Минеях житие святого Христофора, ибо к рукописям я добраться не могу, а издание 19 века не включает в себя том за май. Столетие спустя новый вариант Чети Миней составил религиозный деятель Дмитрий Ростовский, будучи, можно сказать, на временном от занятий церковных постов отдыхе, когда он поселился в Киевской лавре. Он взял за основу Чети Минеи Макария, Пролог, а также латинский Акта Санкторум, Деяния Святых. В первых прижизненных редакциях Чети Минеи Дмитрия Ростовского, да, в некоторых последующих, житие святого Христофора пущено короткой заметкой между празднующимися в то же 9 мая по старому стилю пророком Исаии и перенесением мощей Николая Чудотворца. Звучит оно так. В тот же день память святаго мученика Христофора, о нем же святые Амвороси свидетельствуют, якобы до 48 и 8 тысяч человеков от эллинского идолопоклонения ко Христу Богу обратил чудесы своими. Жезл бо свой сухий поткнув в землю, прозябнути того сотвори, и двухсту воинам, яти его пришедшим, оскудевший в пути хлеб, молитвою умножи, их же и суевернов приведя к крещению и к мученичеству за Христа. Две блудницы, на прельщением к нему пришедшие, целомудрию и святой вере научи и к венцу мученическому настави. Огнем же вели им на ложе железном полимый бысть, цел и жив не невредим прибысть. Стрелы бы от тела его, аки от столпа каменного отскакивах. От них же один отскочивши, стрелца своего во око удари и изби его той же вземши земли кровь мучеников с перстью смешанную, к избаденному своему оку егда приложи, аби исцеле око и прозре ясно. Сия Амвросия святые написа о святом мученике Христофоре, прочие же о нем зри в прологе не густо, Ничего о писиголовстве не сказано. Описаны подвиги святого умножения количества хлебов молитвой. Деревянный жезл, воткнутый в сухую землю, расцветает. Две блудницы не могут прелестить святого. Напротив, он обращает их в истинную веру. Наконец, святого жгут великим огнем и стреляют в него стрелами, но стрелы отскакивают, а одна попадает в глаз стрелку, и тот исцеляет глаз при помощи крови святого. И прозре! Дмитрий ссылается в этом житии на свидетельство Амвросии, вероятно, святой Амвросий медиаланский епископ Милана, и советует за подробностями читать. Пролог. Но последующие издания чети именей не стояли на месте. Из пролога туда просочился в пересказанном виде рассказ о Христофоре Писиголовце. И уже к 12-томному изданию 1906 года, которое, кстати, было переиздано в 2010 он был переведен на современный 19 веку русский язык. Осем при славном мученике рассказывают нечто странное и необыкновенное, будто он имел песью голову и происходил из страны людоедов. Когда одним комитом, командующий подразделением, он был взят на войне в плен, то не обладал даром человеческой речи. Он помолился Богу, и Господь послал к нему ангела, который сказал ему «Мужайся, репрев». Так было его первое имя, а потом прикоснулся к его устам и сообщил ему через это способность говорить. Когда после всего он прибыл в один город, то стал обличать тех, которые преследовали христиан. За это некий вакх избил его. Но он в ответ на это сказал вакху, что принимается смирением от него побои, только ради заповеди Христа. А если бы он поддался гневу, то не устоял бы ни сам вакх, ни даже силы императора, который он бы обратил в ничто. Вскоре за ним было прислано 200 человек воинов, чтобы привести его к императору. И когда они шли, то на пути совершенно сухой жезл, бывший в руках святого, чудесно расцвел. А затем, когда во время путешествия у воинов не хватило хлеба, то он умножил его в изобилии. Это великое чудо привело в удивление воинов, и они уверовали во Христа и вместе со святым были крещены антиохийским епископом, святым священномучеником Вавилою. Причем святому вместо Арепрева дано было имя Христофора. Когда святой приведен был к императору, то последний при виде его почувствовал ужас и неожиданно упал навзничь, а потом, придя в себя, задумал заставить его отречься от Христа, но не явными мерами насилия, а хитростью сперва изменить его настроение, а потом лаской склонить его к исполнению своей воли. С этой целью он велел позвать двух женщин, блудниц, красивых лицом и готовых отдать себя на блудные соединения, которые соблазнительными беседами возбуждали в молодых непреодолимое безумное стремление к блудодеянию. Имя одной из этих женщин было Калиникия, а другой Акелина, по другим житиям Галиница и Акулина. Император велел им войти к святому и внушить ему различные соблазнительные мысли, как это было у них в обычаи, чтобы побуждаемый преступной любовью к ним, он согласился отречься от веры Христа и принести жертву языческим богам. Но святой Христофор стал их поучать вере во Христа и своим словом отвратил от идолослужения. Вернувшись к императору, они объявили себя христианками, за что подвергнуты были жестоким мучениям и, потерпевшие таким образом страдания за веру во Христа, восприняли мученичество Венцы. Сильно разгневавшись на этих женщин, император велел привести к нему святого Христофора и стал издеваться над ним по поводу необыкновенного вида его лица. Но святой, в ответ на это, назвал его Вместилищем действий дьявола. Ибо такой смысл имело имя императора Декия. После этого император приговорил к смерти тех 200 человек-воинов, которые были посланы, чтобы привести к нему святого Христофора, и которые приняли святое крещение вместе с ним, так как они пришли к святому и на глазах императора поклонились ему, святому. Он велел всем им отсечь головы, а тела их сжечь. Святого же Христофора приказал заключить в медный сосуд прибить его в нем гвоздями, а затем сосуд раскалить. Но когда это было исполнено, то святой остался невредим. Не испытывая никаких страданий ни от огня, ни от пригвождения, он стоял в раскаленном сосуде, как бы в приятной прохладе. Многим из присутствовавших это показалось обманом, а верующим святой совершенно правдиво и с радостью рассказал, что во время истязания он видел какого-то весьма высокого роста и прекрасного вида, одетого в белые одежды мужа который исходящим от него светом превосходил солнце и имел на главе своей блестящий венец, что его окружало множество воинов, с которыми какие-то арапы вели борьбу, стараясь схватить и увлечь его. Но этот страшный вождь с гневом взглянул на них, и своим взглядом привел в смятение и поразил все это вражеское воинство. А ему, Христофору, дал сил без вреда перенести мучение. Слыша такой рассказ и видя святого совершенно невредимым, многие из народа поверили ему и обратились к Христу, а затем вынули святого из раскаленного сосуда, за что были изрублены царскими палачами. После всего святому Христофору привязали на шею камень и бросили его в колодец, но ангел извлек его оттуда. Потом надели на него раскаленную мерную одежду и, наконец, отсекли ему мечом голову. Память святого Христофора и других святых мучеников, с ним пострадавших, празднуется в Кипарисии в день его кончины, близком ко дню кончины святого великомученика Георгия. Так гласит этот вариант жития. Существует даже икона, что датируется XIX веком, изображающая описанные чудеса. Однако есть отличия в сюжете, поэтому житие, используемое в качестве основы для иконы, отлично от чети именей Ростовского и дополненных изданий Онова. Крещение Репрева и воинов епископом Вавилою, обращение блудниц примерных христианок. Император приказывает казнить обращенных воинов и предать мучениям Христофора. Мучение на огненном ложе. Стрелы отскакивают от Христофора – Поначалу житие Христофора распространялось, конечно же, в виде рукописи. Они переписывались, возникали копии, списки, различающиеся подробностями. Но если свести их к общему знаменателю, хотя вправе ли мы, можно ошибиться, то события жития происходят в Ликии, это в Малой Азии, там, где сейчас в Турции провинции Анталия и Мугла. Ликия была то под Персией, то под Римской империей. Время действия при императоре Декии. Я не буду касаться хронологии и говорить, в каком это было году, ибо считаю официальную хронологию ошибочной. А как именно ошибочной, сказать не могу. Написанные на греческом языке списки расширяют славянские варианты жития. В первом томе Аналекта Баландиана, изданном в 1882 году католическим объединением баландистов, по большей части это и иезуиты, можно найти греческое житие Христофора с параллельным переводом на латынь. С большим трудом баландисты разыскали текст жития. В библиотеке Ватикана его не было, нашлось лишь в старинной, основанной в 16 веке библиотеке Лединского университета, что в Голландии. Отсюда узнаем некоторые подробности. Песеголовец Арапрев или Репребус был захвачен в плен римлянами и насильно определен в их войско, а именно в некое военное подразделение Мармаритарум, в подлиннике на греческом Мармаритон. Это значит мармаританская. Мармарика – это север Африки, ныне частично на северо-востоке Ливии и северо-западе Египта. Редакторы Жити еще в XIX веке сопоставляли мармаританское подразделение с мармаританским легионом. Существует также документ «Натития дигнитатум», кроме прочего, содержащий перечень римских военных подразделений с местами их дислокации. И там упомянуто «Кохорс», «Третья», «Валерия», Мармаритарум. Третья мармаритская когорда Валерия. Когорда имени Валерия. Ну, в латыни не е, e, а Э, Валерия, поэтому не Валерия. Это женское имя. когорта была под управлением Дукса. Дукс это военный наместник. Дукса Сирии. А столицей Сирии тогда был Антиох, где согласно житию и казнили писиголовца. Будучи солдатом, песеголовец сильно огорчался, что преследовали христиан. Однажды Репрева посетила сияющая фигура и коснулась его губ. После этого песеголовец стал понимать греческий язык. Он отправился в тюрьму, где держали христиан, и принялся обличать тюремщиков. Затем обосновался в саду около церкви, где по его молитве деревянный посох святого обрел жизнь и расцвел. Деки узнал о поведении Писиголовца и послал солдат, чтобы те привели репрева к нему. Однако репрев убедил их стать христианами после того, как по его молитве явился ангел Рафаил и умножил им пищу. С солдатами репрев отправился в город Антиох, где Писиголовцы и Солдат крестил епископ Вавила. С того времени Репреф стал Христофором. Христофор настоял, чтобы солдаты связали его и отвели к Декиусу, что они и сделали. Далее следует предложение святому поклониться идолам и отказ, мучения, которые его не трогают, две блудницы и, наконец, ангелы спасают Христофора из колодца, куда его бросили. Тогда Декий приказал обезглавить Христофора, и приказ был выполнен. Епископ Аталии Петр, Аталиас Петрос, выкупил тело мученика и перевез в свой родной город. По Успенскому сборнику пришед же епископ Петр града Италия от предела Персика в Антиокию, «Отдаст сребра много, и взем тело святого мученика, помаза миром, и понявицию обид, и намного телеса святых покры, и принесе в град свой бяше река, находящая по все лето, и пакость творяющая граду». «Того ради епископ створит церковь на устье реки» и то положи святаго и есть храним до днешнего дня о Господи. То бишь, епископ Петр уже из града Италия, что около границы персидской, выкупил тело мученика и отвез в свой город. А этот город затапливала река. И епископ поставил церковь в ее устье и положил там тело святого, где оно и хранится по сей день. Житие из Успенского списка также добавляет, что на императора Декия после убиения Христофора разгневался Бог, и император за ним мог. Начал окаянный исходить пеной, надо полагать, его рвало, а также похудел, растаяше ся яко снег. Осознав свой грех, Деки решает прикоснуться к телу погубленного писиголовца, а потом уже можно спокойно умирать. Он посылает воинов на место казни Христофора. Они приносят отрубленные пальцы святого. Их отрубили, когда тут сотворял крестное знамение. Пальцы кладут в воду, ею почуют императора, и тот умирает, освободившись от мучений. Все это вроде бы дает нам временную и географическую привязку. Однако, когда за дело берется официальная наука, то все идет прахом. Оказывается, что Деки правил около года, и Репрев не мог умереть на четвертом году его правления. И что Деки не мог казнить Репрева в Антиохе, ибо никогда там не был. Хотя, откуда ученые это знают? Император Деки во всех житиях кажется именно известной официальной истории Деки Троян, ибо при нем был издан указ о принесении жертв ромейским языческим богам от всего населения, кроме иудеев. Некоторые христиане смирились и приносили жертвы, а непокорных убивали или вынуждали отречься от веры. Эти репрессии отражены в житиях Христофора и Судя по житиям, именно преследования христиан послужили причиной тому, что писиголовец сам примкнул к притесняемым. Епископ Вавила из города Антиоха науке вполне известен. Он умер в тюрьме, по разным сведениям, то ли как раз при императоре Декии Трояне, то ли позже, при Нумерианусе, что вроде бы 30 лет спустя Декия. Историческая наука не знает никакого епископа Петра из града Италии или Аталии. Город Аталия. Это сейчас Анталия в нынешней турецкой Анатолии. С епископом Петром из Аталии, если он оттуда, все сложно. Вот он прибыл оттуда в Антиох, выкупил тело убитого песеголовца и вернулся обратно. Подобный путь некогда проплыл святой Павел, странствуя с проповедями. Все это южное побережье современной Турции, ранее обжитое греками. Смотрите, Аталия, ныне Антаки, плывем оттуда Антиох. Логично, но епископ Петр... Если какая-то упомянутая в житиях личность не находит подтверждения в других источниках, это не обязательно означает ложь или ошибку. Может быть, просто источники, где личность упомянута, до нас не дошли, учитывая захваты турками земель Римской империи и производимые при этом разрушения. Но Аталию ли нужно искать? Так, в житии на греческом, а в старославянском город назван Италией. Напомню, пришед же епископ Петр, града Италия. И вот в житии которое считается самым ранним из известных на латыни, оно помещено в латинской агеографической библиотеке теми же баландистами, сюжет близок к славянскому. Христофор здесь писиголовец, но в концовке другие имена. Вместо епископа Петра из города Италии, епископ Афанасиус из Италии, города на границе с Персией. И здесь сюжет с возведением в устье реки церкви с прахом Христофора несколько более подробен, нежели в старославянском житии из Успенского сборника. После возведения церкви, базилики и положения туда тела, река меняет направление и течет по другую сторону некой горы, и городу более ничего не угрожает по сей день источники. Нужны источники для перекрестной проверки. В ирландском житии святого Христофора концовка такова. Просто некий Петр выкупает тело святого и везет в свой родной город, подтапливаемый ручьем или речкой. Тело захоранивают в устье ручья и затопление прекращаются. В целом, ирландское житие в рукописи 15 века похоже на уже известное нам житие с Декием. Святой назван писиголовцем, даны некоторые подробности. Например, посох его расцветает следующим образом. Из него вырастают четыре ветки, которые покрываются листьями и цветами. Когда правитель посылает солдат на поиски Писиголовца. Святого ненароком выдают две женщины, говорившие между собой про необычного волшебника. А солдаты услышали их разговор и узнали у них, где искать репробуса. Существуют также староанглийские жития Христофора. Вот новые подробности и отличия из них. Изначально Писиголовец пришел в Самос. И случилось это во время правления Декиуса. В некоторых списках, однако, вместо императора Декия там действует некий король Дагнус. Мы помним Дагнуса из латинского сборника житий ⁇ Золотая легенда ⁇ Староанглийские списки жития Святого Христофора изобилуют подробностями его мучений на суде у правителя. Так перед попыткой поджечь песиголовцы обливают маслом из 10 либо 40 сосудов. Стрелы, выпущенные в него, не отскакивают, но зависают в воздухе по правую руку от него. Приводится количество человек, обращенных Христофором в христианство то 48 115, то 48 111, то округляется до 48 тысяч. Разумеется, столь точный учет обращенных веру кажется мне невероятным. Разнобой в подробностях свидетельствует о том, что часть подробностей выдумана, а часть может быть истинной, или все вообще выдумка. Но хочется думать, что не все, иначе я бы не затевал этот фильм в староанглийских житиях писиголовца, а по 13 век в этих житиях он всегда писиголовец, его крестит не епископ Вавила, а некое облако или туча. Вот одно из таких житий в моем пересказе. Во время правления Дагнуса в Самосе к писиголовцу обратился Бог и песеголовец, будучи крещен облаком, обрел дар человеческой речи и дар красноречия для обращения в истинную веру людей. На окраину города вышла помолиться языческим богам одна женщина увидев лицо песеголовца. Она так испугалась, что ее собственное лицо изменилось, как именно житие умалчивает. Женщина созвала народ, и толпа увидела первое чудо святого. Он воткнул посох в землю, помолился, из посоха выросли ветки, расцвели и плодоносили. Далее идет известный сюжет с другими именами. Дагнус отправляет солдат, чтобы те привели Христофора к нему. Песеголовец обращает солдат в христианство. Первая встреча с Дагнусом, спор, еще более солдат обращаются в христианство. Дагнус подсылает двух проституток, Никею и Акулину, но и они не могут устоять перед проповедью писеголовца. Никея и Акулина уничтожают в храме статуи Юпитера и Аполлона, за что Дагнус казнит их. Далее Дагнус подвергает святого мучениям. Трое людей садятся на голову песеголовцу. Ему надевают раскаленный шлем, кладут на железной доске в печь. Наконец стреляют из луков и стрелы обращаются назад. А одна ранит и ослепляет самого Дагнуса. Христофор рассказывает, как тому исцелиться. Христофору отрубают голову, Дагнус лечит слепоту смесью крови святого и земли с места казни. Дагнус принимает христианскую веру и издает указ об обязательной христианизации, как прежде насаждал язычество. Англосаксонские варианты жития любопытны своей связью с, так сказать, вещественными доказательствами, которые подпитывали популярность святого Христофора в Англии святые мощи. Надо сказать, что параллельно Англии останки, приписываемые Христофору, показывали и продолжают это делать по сей день в Хорватии, где есть остров Араб, а на нем одноименный город Араб. И святой Христофор считается священным покровителем города. Там рассказывают предание, что после смерти короля Крашемира IV население раба попало в беду. Весной 1075 года раб окружили на кораблях итальянские норманы и осадили город. Тогда люди обратились за помощью к святому и с торжественным шествием вынесли его голову к городским стенам. После этого норманы по непонятной причине или по другой версии, понуждаемые сильным ветром, отступили. И было это 9 мая, конечно же, на день памяти Христофора. И с тех пор 9 мая отмечают день Победы над норманами и день города Раба. В последующее время реликвия еще несколько раз спасала город подобным образом. Реликвия помещена в раку. Ларец. По сторонам Коева изображены сцены мучения святого, где он выглядит как обычный человек. По имеющейся в сети фотографии сложно что-либо рассмотреть внутри. Раки, кроме лба и короны, на нем ни лица, ни размера головы разобрать нельзя. Эту голову, череп приписывают святому Христофору принадлежит реликвия собору Успения Пресвятой Богородицы, но сейчас выставлена в Музее Священного Искусства при близлежащей церкви Святой Юстины. Немножко пешочком пройтись. В хорватских источниках можно найти отрывочные сведения, что череп был привезен в раб из Константинополя как подарок для арабской епархии от патриарха Никифора а рука святого попала в тоже хорватский город Шибеник. И да, Христофор ныне считается одним из покровителей Шибеника, а рука, приписываемая святому, была привезена сюда через остров Корфу из Константинополя в 1484 году. Она хранится, насколько я понимаю, в соборе святого Якова. Какого размера и как выглядит рука, я не знаю. Однако точно уж собакоподобная голова, которую считали головой Христофора, всплывает из мрака истории в Британии. Король Англии Эзелстан, живший в X веке, владел священными реликвиями, в том числе мощами святого Христофора, и пожертвовал часть их в бенедиктинское аббатство Нью-Минстер в Уинчестере, а также в монастырь города Экзитера. Последней попала голова, напоминавшую собачью. Дальнейшая судьба именно этих реликвий неизвестна, но город Экзитер, можно сказать, райцентр графства Девоншир, в 20 километрах от него находится местность Дартмур. Дартмур? Это же элементарно, Ватсон. Вспомните, где происходило действие собаки Баскервилей. А ведь Конан Дойл основывал свое произведение, находившим по Девону, Девонширу предание об огромной черной безголовой собаке Yes Hound. Но это так, к слову. Что же, собакоподобная голова святого Христофора в Экзетере следует теряется, а затем голова святого Христофора, но та ли самая всплывает спустя семь веков в Москве при патриархе Никоне. Архидиакон антиохийской православной церкви Павел Алепский в середине 17 века путешествовал вместе со своим отцом, антиохийским патриархом Макарием по славянским землям, в частности, посещал Киев и Москву. В апреле 1655 года в Москве он участвовал вместе с патриархом Никоном в чине омовения мощей в Великую Пятницу. Происходилось е ⁇ в Великой церкви, в Успенском соборе. Павел подробно описывает события и, между прочим, говорит. Протопоп с двумя чередными священниками этой церкви стали подносить упомянутые иконы и фарфоровые блюда патриарху Никону, который погружал в воду святые и выдающиеся части святых мощей. Затем подносили ему один за другим упомянутые ковчерцы. Он читал имя святого, которого мощи заключались в каждом из них, певчие же пели соответствующий тропарь. В то время как Патриарх погружал в оба сосуда видимые части святых мощей и лобызал их. Потом давал целовать нашему учителю, причем к ним прикладывался и я. Мы рассматривали их и передавали другим, которые обтирали их и вкладывали в ковчеги. Таким образом подносили Патриарху второй, третий ковчежцы, пока не поднесли все. Вот название мощей тех святых, которые мы могли удержать в памяти» лопата Иоанна Крестителя, правая длань евангелиста Марка и пять его перстов, которыми он начертал Святое Евангелие, длань апостола Андрея, локтевая часть руки святого Стефана Перводиакона, части мощей апостола Прохора, правая рука Иоанна Златоуста, правая рука царя Константина Великого, правая рука мученика Феодора Тирона – глава Феодора Стратилата, глава Григория Богослова, глава мученика Евгения, глава мученика Христофора с лицом точь в точь, как у собаки, с длинным ртом. Она тверда, как кремень. Наш ум был поражен изумлением. Тут нет места сомнению. Пропущу большой фрагмент и зачитаю еще кое-что оттуда наш владыка, патриарх, спросил патриарха Никона, говоря, есть ли у вас список всех этих святых? Да, ответил Никон, но он находится в казне царя. Итак, список святынь находился в казне московского царя в 1655 году. Полноты ради отмечу, что Алепский уже после того, как держал в руках явно собакообразную голову Христофора, отождествлял песиголовцев с народом под названием Лапани. Подробнее вы можете прочесть в его записках, издаваемых под заглавием «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию». Но там речь идет явно об одном из северных народов, имевших в то время весьма дикий нрав и гастрономические наклонности. Патриарх Никон позвал представителей оного народа на званый обед, где присутствовали и зарубежные гости, купно с Павлом Алепским, и хотел скормить людоедом одного диакона за тяжкий грех – табакокурение. К рассказу Павла Алепского об этом мы еще вернемся в следующих сериях, ибо затронутая им тема имеет неожиданное продолжение. Пока же не будем отвлекаться от Святого Христофора позднее средневековье монахини ордена Хумилиати где-то приобрели зуб святого Христофора и поместили его в украшенном серебром и золотом ковчеге в церкви святого Христофора в городе Верцелле, это Пьемонт, Северная Италия. Множество паломников стало приходить поклоняться святыне. Сохранилось ее упоминание, относящееся к XVI веку. Испанский гуманист и философ Хуан Луис Вивес описал тогда зуб следующим образом. «Маляр размером больше, чем кулак. Дэнс маларис пугно майор». Маляры – это, проще говоря, боковые зубы после закрытия мужской части ордена Хумилиати папской буллой, мне нравится слово булла, в 1571 году, когда имущество ордена перешло другим орденам, зуб достался варновитам. И те показывали реликвии до конца 18 века, пока некий натуралист не объявил, что это зуб бегемота. К сожалению, вероятно, братья Варновиты не видели зубов бегемота, у которого маляры явно меньше человеческого кулака, а клыки не похожи на маляры. Но монахи спрятали реликвию от посторонних глаз в свои закрома, в той же церкви в Верцеле. Частица мощей святого Христофора была продана недавно на американском аукционе Russian Store неизвестно кому. А возможно, ДНК-анализ стал бы сенсацией. Люди верят тому, что им показывают те, кому они доверяют. Показывают человеческую руку и рисуют великана с ребенком на плечах. И не беда, что рука или череп могут быть обычного размера. Люди верят, что это рука и череп святого Христофора. А вот людям показывают череп, похожие на собачий. А может, это собачий и есть, но люди верят в Христофора писиголовца. Как разобраться в этом? Неужели противоречивые сведения уничтожат друг друга, и мы останемся, как в сказке. Ни с чем. У разбитого корыта. Репрев, он же Христофор. Каким был на самом деле? Ну, не таким же, как его рисуют на иконах. Никто из э, иконописцев произведения которых до нас дошли, не видел его вживую. Каким он был? Человеком большого роста или, хотя многим это сложно принять, все-таки писиголовцем? В этой истории еще рано ставить точку. Может, в христианских преданиях нашлось место еще одному писиголовцу? А как насчет писиголовцев, что жили в старину на территории современной Украины? А может, с песнеголовцами сражались выдающиеся полководцы прошлого, и это нашло отражение в письменных источниках? Все это будет в следующих сериях.